Петь, и так им петь, не пробовать опять. Монет, ладно. Помните, что мне попались золотые магнитовские. Тут что посмотрим. Что ж, она это сказала. Надо удачи. Я навещу Тэтну и Лэйли. Может, они узнали, где находится камень сочувствия? Ладно, держи нас в курсе, Блум. Мне еще одна подсказка. Новая китайская монета. Как дела? Хорошо. Сейчас Тэтна анализирует музыку с любимого домика. Так, и еще одна половинка. И последняя монета, это что? И еще это новые, две китайские, золотая и серебряная. Только тут бондовых нету. Как все, всем пока, пока, лайки, всем пока.